Йоу, всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, я, отец Шиморо, и добро пожаловать в Command & Conquer Rivals. Значит, друзья, это игра на мобилочках, и это легендарный Command & Conquer, ребята. Тот самый, в который я играл в большом количестве в детстве, значит, но... Скажем так, не так много времени уделял последним его версиям. А это версия на мобилочке, да? Как скачать, я, естественно, тебе дам ссылочку в описании. Если тебе нравятся стратегии, я считаю, что эта игра must have. Просто должна быть у тебя в коллекции. Значит, я немножко поиграл, немножко покачался, да? Играю за ГСБ. Значит, что это такое? Это тот самый Command & Conquer, да? Который мы знаем все. Ну, надеюсь, ты знаешь, что это за игра. Это стратегия, да? Но стратегия на мобилках, которая реализована просто шикарно. Но, на мой взгляд, я здесь залив. Значит, у меня есть отряды, которые я должен прокачивать, выбирать себе, соответственно, список воинов, добывать Тиберий и уничтожать противника. Это соревновательная PvP-игра. Да? Давай я тебе покажу, короче. Играем мы за ГСБ. Вот я сейчас прокачиваюсь по линии. Вот так вот мы добиваемся рангов. Я сейчас 3-го уровня. Сейчас тебе покажу, о чем эта игра, зачем она и почему. Я просто стал Установка залипать. Контроля значит, над полем боя. Apple Store, я играю на iPhone X, предложила мне в выборе редакции эту игру, я увидел и не удержался. Поехали, значит. Строим завод, строим комбайн. Расскажу тебе про билды. Ты должен построить комбайн, ты должен построить завод и потом построить технику. Задача каждого игрока — захватить ядерный реактор, который находится посередине. Ядерный реактор нужен для того, чтобы, соответственно, ты мог уничтожить базу противника, потому что выпускается ядерная ракета. Хорошо, что я сделал противопехотку сейчас. Очень хорошо, что я сделал противопехотку. Очень хорошо. Сейчас подъедет техника. Значит... Пулеметное оружие, пулеметные, соответственно, техника уничтожает легко пехоту. Все, что ракетное, уничтожает, соответственно, технику. Наша задача занять как можно больше линий обороны. Ставим сюда туреточку, здесь враг будет занимать тоже позицию. Чем больше клеток занято, тем, соответственно, ты эффективнее играешь. Отлично, отлично, замечательно. Здесь можно подсаппортить. Здесь можно подсаппортить нашим. Хорошо, здесь тоже. У него специальный отряд вышел, да, это сильный отряд, мощный как бы. Соответственно, он дамажит. Сделаем тоже такой вот отряд. Выдвигаем сюда пацанов, сюда ставим наших. Мы уже практически сделали ядерную атаку. Что-то этот игрок не очень. Мне попадали сейчас такие просто жесткие ребята, когда я играл. Это просто жесть. Подтягиваем наших сюда, оттягиваем этих отсюда. Ракета запущена. Все, ракета запущена. Мы делаем первую атаку. Замечательно. Это что такое? У меня такого не было. Что это за здание активно? Боевая единица готова. Техника пошла. Ой-ой-ой, жестенько, жестенько нас оттесняют, ребята. Нас жестко теснят. Война по нескольким фронтам идет. Делаем так. Делаем вот так вот. Даем сюда спецтехнику. Этих откатываем назад. Отлично. Сохраняем себе линию. Еще спецотряд. Еще спецотряд пошел. Замечательно. Делаем ракетницу, ребята. Это просто жестко. Знаешь, задача, вот видишь, у меня ракетница копится, Харвестер собирает внизу. Можно, в принципе, взять и сделать отряд сейчас, который пойдет на вражеского Харвестера, который собирает ресурсы. Это просто офигенно. Все зависит от твоей тактики, как говорится, и стратегии. Здесь тоже поставим сейчас туретку. А вот этот отряд отправим на вражеский Харвестер. Дрючить вражеский Харвестер будем. Чтобы он не смог прокачиваться. Все, ему конец. Это GG-шечка, ребята. Но этот мне попался такой, как бы. Я сейчас просто раскатывал, просто жесть. Игра на iOS, как я понял, и на Android. На Android не играл, но, естественно, скачать тоже можно, как бы, получить удовольствие. Значит, ты получаешь по прокачке, соответственно, всякие очечила, да, которые у тебя есть. Прокачиваешь своих воинов и ведешь их дальше в бой. Вот здесь вот я могу посмотреть. То есть вот кого мне прокачать? Давай мы прокачаем спецотряд еще. Боевая золото я сейчас заработал. Соответственно, я могу спокойненько боевую единицу вкачивать. То есть у меня все отлично, у меня все в порядке, как бы. Еще я недавно получил себе вот такого вот воина. Я не знаю, где он строится, поэтому сейчас будем проверять. Ох, техничная игра просто. Ты знаешь, это у меня воспоминания нахлынули сразу о тех временах, когда я брал на прокат PlayStation 1. И играл в Red Alert. По-моему, тогда был Red Alert называлось, да? Ну, это была просто бомба, как бы. Я просто получал безумное удовольствие от этого. Я не знаю, как тебе это описать словами. Задрачивал я очень много в нее. И тут появляется, соответственно, на мобилках игра. Вот сейчас идет поиск противника у нас. Установка отлично. Контроля на поле боя. Ой-ой-ой, видимо, какой-то жесткий раздолго искалось. Ой-ой-ой-ой, я чувствую сейчас... Сейчас будет не очень приятно. Получена новая цель. Так, Харвестер зовут сразу же. Харвестер идет сам, сразу же выезжает. Так, теперь спамим 30-ку.
Значит, без Харвестера завод тоже собирает ресурсы, но значительно медленнее. Надеюсь, он выйдет в пехоту. Я очень надеюсь, потому что это мой старт, это мой билд. Офигеть, две пехоты сразу! Слушай, а вот это вот неприятно. Делаем две машинки. Делаем две машинки сразу же тогда ему. Подтягиваем эту сюда. И он сразу же против... Слушай, это жесткий пацан. Это жесткий пацан просто. Это просто жесткий пацан. Нам нужно на развал работать. Надо на раз... Так, там-то пехота пошла. Хорошо, пошла пехота. Хорошо. Дрючим их. Туретку ставим здесь. Саппортим, хорошо. Этого уводим, блин, низкий заряд, нет. Уводим наверх. Занимаем клетку там. Замечательно. Спецотряд пошел. Нет, не подходи сюда. Занимаем клетку. Хорошо. У нас все по плану. Не смог он нас отжать в начале, как бы. Не смог пацан отжать на старте, соответственно. Занимаем клетку здесь теперь, чтобы он не мог пройти вообще никаким образом. 70 стоит танк у нас, да? Давай сделаем танк еще поставим. Давай поставим. Вот этого откатим сюда. Танк поставим сюда. Наверх пошел, смотри-ка. У него ничего не получается. Вообще пацан не может никак нас продамажить. Так, хорошо. Вот это вот что такое? А, это чтобы построить... Это чтобы построить убер-чувака за 120. Копим, хорошо, ладно. Копим, давай подкопим. У нас три клетки заняты. Сейчас будет четыре клетки. Ой, он пехотой пошел, просто жопа. Ладно, хорошо, я понял. Не пройдешь ты тут. Хорошо. Хорошо, 120 нужно накопить. Ракета запущена. Все, ему хана. Вот они, жесткие ребята, вышли. Блин, для них нужно сделать апгрейд здания, короче, а потом их уже делать. Это просто жесть, но идет победа за победой. Главное, это тактика и стратегия, как говорится. Хоть бы телефон не разрядился, елки-палки. Ну а так это вообще просто. Я получаю безумное удовольствие. Давай посмотрим, что в кейсике. Выпадают кейсики, соответственно, ты можешь прокачивать своих воинов. Сейчас бы стрелков, наверное, прокачать стоило. И нашего командира. Вот, еще открыт титан какой-то. Я не знаю, что это такое, что это за титан. Я бы прокачал стрелочков. Стрелочки боевая тоже нужны. Хотя я ими не пользуюсь, по сути, да? Давай прокачаем также нашу технику, машинку. Боевая единица обучена. Ты видел, как она разрывает просто, да? То есть вот эта стартовая тачка. Это просто офигенно. Ладно, понеслась дальше. Понеслась дальше, прокатим. Ой-ой-ой, я получаю безумное удовольствие сейчас. Ой, давай посмотрим, братья мои и сестры. Command & Conquer. На мобилках я не ожидал, что так стратегии будут увлекательны. А потому что ПВП, понимаешь? Потому что, соответственно, ты играешь против других противников. И они тоже мыслят. Обожаю стратегии. Получена новая миссия. Я их мало тебе снимаю на канале, к сожалению. Но, тем не менее. Вот, может быть, стоит больше, как бы. Все зависит от твоих лайков. Поэтому спасибо тебе за царский королевский. Потому что вот на мобилках давно у нас игр не было, а тут такая игра подкатила, но я не мог тебе не снять просто. Так, он может поставить, кстати, воинов на другую клетку. Вообще абсолютно на другую. А мне теперь нужно быстро в казармы уйти. Отлично, он тоже делает ошибку. Он тоже делает ошибку. Потому что техника, видишь, контрит. Вот у него контра техники пошла. И тут мы его перекроем, соответственно, вот этими ребятами. Так, отлично. И здесь поставим туретку. Хорошо, хорошо, хорошо. Он на Харвестера моего едет, по-моему, не? По-моему, на Харвестера едет. Боевая единица готова. Просто жопа. Здесь сюда идем. Оборона потеряна. Здесь нам нужно зайти снизу. Здесь нам нужно срочно зайти снизу. Боевая единица потеряна. Во-во-во-во, отлично. Ядерная боеголовка. Отлично, запущена. Первая ядерная боеголовка наша. Боевая единица потеряна. Перекроем потом ему здание. Перекрыть можем? Давай сделаем вот так вот. Отлично. Сюда мы тоже направим ребят. Сюда мы тоже направим ребят, чтобы они не расслаблялись. Боевая единица готова. Так, хорошо. И сюда нужно захватить линию. Как бы нужно идти от линии к линии. У него жесткие ребята появились. Делаем апгрейд здания. Туреточку поставил, но у него ничего не выйдет. Блин, мне бы жестких ребят сейчас подогнать, по идее. Ладно, давай танк сделаем, не будем жестких. Слишком жесткая война будет. Так. Хорошо.
И вот так боевая вот сделаем. Чтобы у него вообще подходов не было. У него еще техника пошла. Этих атакуем, этих забираем. Танк сюда. Танк сюда. Есть, есть ракета, успел. Ух, жестко, 3 победы подряд. Я думал, сейчас у меня жесткие игры начнутся, как бы. А нет, видишь, я 1 раз проиграл всего. То есть до этого, до записи 1 раз проиграл, и мне это не понравилось. Эй, возникла проблема. А, ну это мой Wi-Fi отлетел опять. Значит, 1 раз всего проиграл, и ты знаешь, получил сразу безумное удовольствие, то есть как бы от проигрыша, потому что меня чувак обошел стратегически и тактически, да? Было просто невероятно такое ощущать, но тем не менее такое имеет место быть, как видишь. Главное не забывать вкачивать, соответственно, воинов своих. Вот эту тачку вообще надо до 4-го левела сейчас сделать. Отлично. Эта тачка просто, просто бомбочка. Просто бомбочка. Вот этого тоже уровень повышаем. И вот этого. Нет, на этого кредитов не хватает. Поехали дальше, братья мои. Поехали дальше. Посмотрим, кто у нас появится здесь. Мне интересно, уничтожит ли меня сейчас кто-нибудь или нет? Я всего лишь 1 раз проиграл, понимаешь? Насколько это мизерный шанс пролететь 1 раз, братья мои сестры. Вот это да. Смотри, как долго противник ищется. Обычно он быстрее значительно ищется, соответственно, потому что слабочки всякие. Над полем боя. Это, походу, жесткий. Это, походу, жесткий тоже. 3, 2, давай посмотрим. 1. Когда же прям жескач мне прям, дадут удовольствие. Также играем через стандарт. У меня стандартный билд. Я не знаю, по-моему, он работает. И ты получаешь вообще офигенный кайф от этого. Потому что все идут через казарму. Почему-то. Пока. Ой-ой-ой, а здесь другие линии. Посмотри-ка. Здесь вообще другие линии. Опа. А этот парень здание такой же, как и я. А у меня сильнее тачка, у меня она проапгрейжена, смотри. Он не грейдил тачку. Боевая единица готова. Делаем вот таким вот образом. Вторую подослал. Вторую подослал. Вот так вот зайдем. И вот так вот зайдем, если ты в технику. Готова. Так, хорошо. Боевая единица потеряна. Это боевая очень плохо. Единица готова. Это очень плохо. Боевая единица потеряна. Сделаем вот так вот. Вот так вот сделаем. У него турелька там пошла. Боевая единица готова. Это очень плохо, то, что он линии занимает сейчас все. Боевая единица потеряна. Пойдем через технику. Встанем вот сюда. У него там спецотряд просто, боевая понимаешь? Единица потеряна. Оборона потеряна. Вот это вот очень боевая плохо. То, что сейчас такое происходит. Очень фигово. У него он успел спецотряд сделать, понимаешь? Боевая тоже сделаем спецотряд. Готова. Танк боевая пошел у него. Единица потеряна. Он занимает сейчас линии, понимаешь? Это вообще хреново. Активно. Сейчас первый снаряд пойдет ко мне. Боевая единица потеряна. Еще спецотряд возьмем. Боевая единица потеряна. Занимаем, занимаем, занимаем здесь. Боевая единица готова. Давай, 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 давайте, ребята, давайте, ракета ребята. Запущена. На меня ракета идет. Наверху видишь у него. Вот этих нужно выбить сверху просто, и все получится. Боевая единица потеряна. Так, делаем здание апгрейд, активно. Пофиг, рискуем. Боевая рискуем. Единица готова. Все, мы заняли все. Теперь выстрел нужно нанести ему. Боевая единица готова. Так, давай вот сюда. Можно Харвестера попробовать его вздрючить. Вот так вот оборона сделаем. Активно. Давай посмотрим, что он хочет вымудрить вообще здесь. Боевая единица готова. Давай через спецотряды будем отрабатывать. А, он жестких нанял. Он жестких нанял просто. Оборона потеряна. Дрючьте боевая их, ребята. Единица потеряна. Боевая единица готова. Дрючьте их, пожалуйста. Мне нужно сейчас главное ракету запустить. Пожалуйста, это будет жестко. Боевая единица потеряна. Так, хорошо. Выбиваем, выбиваем, выбиваем их. Оборона выбиваем активна. С турели. Оборона у нас сейчас. Оборона у нас. Давай мясо готова. Сделаем. Давай мясо сделаем. Он все-таки жестких заказал, видишь, ребят? Сейчас под расстрел его дадим. Боевая единица потеряна. Теперь мои жесткие пошли, ребята. Боевая теперь пошли мои потеряна. Жесткие. Боевая единица готова. Че, нравится вам, блин? Нравится вам с жесткими воевать? Вот это уже потняк. Боевая еще одни жесткие. Ядерная ракета все, запущена. Ему хана.
Ох, вот это уже потная катка! Ты чувствуешь, брат мой? Ты чувствуешь, как нас с тобой настигает безумный кайф? Этот уже был жозик такой прямо. Чувак умеет играть, как бы, понимаешь? Чувак умеет играть, умеет катать. Давай попробуем еще. Пока ничего не грейдим. Также через этот билд продолжаем накатывать. Ты знаешь, просто я не ожидал, что на мобилках могут сделать такую стратегию. Вот реально, без лишних слов. Это просто бомба. Я прям кайф получаю. Мне интересно, какие игроки здесь есть дальше. Получена новая миссия. Мне кажется, есть прям очень жесткие. Продолжаем спамить. Спамим, наспамливаем кнопку. Это очень важно. Харвестер сейчас пойдет как раз увеличение скорости у нас. Да, он начал сборку. Боевая единица готова. Все, выезжаем. Вот на этой карте я что-то такого не помню. Здесь, видишь, скалы мешают, как бы. И надо казармы сразу будет сделать. Он, скорее всего, здание низ занял. Активно. Противопехотка у нас есть? Да, боевая я понял тебя. Готова. Но у меня сильно прокачанная эта штука. Так что отводит назад, смотри, воинов. Отводит назад воинов. Вот боевая это, да, спецотряд готова. Возьмем. Поставим вот сюда. Посмотрим, сколько линий он сможет занять. Давай займем больше линий. Понятно. Боевая единица готова. Вывел, видишь? Так, противопехотка и универсалка у нас имеется, как бы. Оборона. Перекроем так линию полностью. Он, возможно, копит сейчас армию. Боевая единица потеряна. Машинку тоже еще одну восполняем сюда. Ракета запущена. Так, отлично. Меняем местами. Делаем вот так вот. Оборона потеряна. Хорошо. Отводим назад. Боевая единица. Хорошо. Здание делаем апгрейд. Делаем вот так вот. А что это у него? У него вертак вылетел. А я не могу стрелять по вертаку. А универсальщики могут? Господи! А как мне вертак убивать? Пожалуйста, только не говори мне, что вы наземные ребята. Вы можете, да? Долбите вертак. Долбите вертак. Турелька. Так, отлично. А что такое? Он вышел? Миссия выполнена. А все, вторая ракета, господи! Он меня вертаком мог забабахать, прикинь! Он меня просто уничтожить мог вертаком! Вот это я понимаю. Вот это бомба. Так, сделаем боевая вот так вот. Единица обучена. Давай, чтобы жесткие у нас были против. Давай попробуем еще раз. Давай до поражения попробуем. Ну, не знаю, сейчас еще отыграем. Это просто кайф, я не знаю. Ух, это жестко. Но мне кажется, мой билд работает. Я не знаю. Пока у меня одно поражение. И то это не на этом видео. Это я вот просто увидел игру, поиграл и получил кайф. Получена новая цель. Комбайн готов. Тормознул я немножко. Очень важно в стратегиях иметь скорость по билду. Если кто играл, например, в тот же StarCraft, да, я играл много, у меня мастер лига зерк, а вот, и как бы была. Боевая это было давно достаточно, готовы. Но тем не менее. Очень важно успевать делать на миллисекунды даже быстрее, соответственно, забилдиваться, грейдиться и так далее. Это очень и очень важно просто. Так, у нас есть сейчас противо... Боевая единица готова. Вот, отлично. Уходит, смотри, уходит от меня. Уходит от меня негодяй. В технику пойдет, боевая нет? Да, в технику готова. Пошел. В технику пошел. А у меня-то загрейженные ребята более-менее. Урон проносят. Потеряна. Соответственно, идем дальше. Выставляем сюда, ребят. Этих сюда, ребят. Да, вдвоем работаем. Вот так вот сделаем им. Активно. У них там, видишь, танк стоит. Сделаем вот таким вот образом. Турелька стоит, видишь, поставил турель. Подлец маленький, вонючий гад. Оборона потеряна. Танк нужен. Боевая единица готова. Хорошо, они заняли две линии. Две линии наверху. Сделаем так же. Две-две. Не знаю, будет ли он делать сейчас грейт убер какой-то. У них больше линий занято? По какой причине? Здание активно. Сделаем грейд, хорошо. Ладно. Боевая уходишь в технику, готова. Идем в технику.
Пока на моей стороне перевал идет. И вот так вот сделаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Ядерная ракета запущена. Я пока не атакую, я сейчас буду атаковать мощным чуваком. Вот сейчас он будет выдвигать всю мощь, по идее. Выбивать нас с точек. И у меня как раз должны будут пойти мощные челики. Странно, он что, сдался? Он реально сдается, что ли? Оборона потеряна. Давайте, ребята, больше популяции нам надо. Боевая единица готова. Вот этими челиками пройдем в атаку уже. Он выстраивает там по-любому до хрена. Оборона активна. Не, он сдался, по-моему. Что, серьезно? Реально сдался челик. Просто жесть. Смотри, ничего не строит, просто свернул игру, что ли. Оборона потеряна. Ладно, поехали. Закончим это. Без ракетницы просто базу уничтожим. Вот эти вот чуваки крутые. Они, получается, и наземки, и воздушки долбят. И ракета пошла. Вот это да. А этот чувак просто психанул, походу, да? Выкинул телефон. И получил от этого удовольствие. Нет, я хочу. Ой, низкий заряд аккумулятора у меня уже показывает. Но это просто кайф. Нет, я хочу еще. Давай, кейс. Контейнеры, алмазы, офигенно. Все падает, все ресурсы. Еще кейс. Давай, я хочу люляшку получить. Я хочу, ну пожалуйста, давай, у меня телефон уже разряжается. Давай люляшку получим. Я очень хочу посмотреть, победит меня кто-то или нет. О, это уже и с альянсом чувак жесткий. Вот, пожалуйста, вот тебе и привет. Сейчас я получу свое, как говорится. Выспамливаем. Тут тактика может быть какая угодно, как бы. Но я предпочитаю на центр выводить технику. Надеюсь, он все-таки пойдет туда, куда надо. Боевая единица готова. Поехали. Главное успевать. Главное успевать, брать мои. Это не шутки. Да, у него как раз пацаны. Отлично. Он не угадал. Выходим в казармы. Боевая единица готова. Хорошо, проходим. Низ тоже займем. Давай. Молодец. Спецотряд возьмем. Так, этих сюда. Этих боевая вот сюда. Единица готова. Боевая единица потеряна. Оборона делаем так. Активна. Хорошо. Боевая единица потеряна. Хорошо. Делаем вот таким вот образом. Отводим ребят. Он в технику боевая решил пойти против готова. Пехоты, да? Давай сделаем вот так вот. Оборона потеряна. Танк пошел у него. Вот молодой, а? Вот молодой, красивый. Боевая единица нам потеряна. По танку нужно отработать. Боевая танк на танк, готова. Поехали. Что-то жестко нас выбивают, по-моему. Боевая единица потеряна. Ядерная боеголовка запущена. Господи! Вот я сейчас и получаю. Вот я сейчас получаю просто жопа. Активно. Все, отлично. Боевая единица сделаем готова. Так. Сделаем так. Сейчас на нашей стороне ракетница. Он копит что-то. Он копит что-то жесткое. Он копит что-то жесткое, боевая ребята. Выбьем этих. Боевая единица потеряна. Выбьем этих. Боевая еще один танк добавим. Готова. Давай. Оборона активна. Давай, брат мой. Давай, все отлично у нас идет. Спецотряд готова. Поставим. Спецотряд поставим. Он не знает, что у нас еще танк здесь есть. У него что-то жесткое прилетело. Оборона потеряна. Делаем грейд. Надеюсь, пацаны помогут. Блин, у него жесткие пошли какие-то. У него жесткая техника пошла. Это что за техника? Боевая единица потеряна. Это кто? Боевая единица потеряна. Оборона потеряна. Нет! Ядерная нет, ракета я не хотел так получить жестко! Господи! Это было невероятно! Наша база уничтожена.
Я не ожидал, что меня переиграет какой-то пацан. Я думал, что я сейчас покажу, что я все без... Не, на самом деле, я ждал, пока будет сопротивление жесткое. И вот я получил его. Ну что, друзья? Значит, я заметил эту игру и решил тебе снять. Тебе понравилось, надеюсь. Не забывай влепить мне царский и королевский лайк, потому что это Command & Conquer Rivals. И я тебе, естественно, оставлю ссылки в описании, где тебе скачать, найти игру и попробовать самому. Скажи, до какого ты дошел без поражений левела? Ну все, братья мои сестры, пока. Удачи вам во всем.